20 августа молодежная инициативная группа Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР совместно с благотворительной организацией «Вместе к детям» организовала вторую акцию в рамках благотворительного проекта «Подари мечту». Наша команда «Вместе к детям» уже 3 года занимается социальной психологической реабилитацией детей, оказавшихся в тяжелых жизненных ситуациях. Детям нужно адаптироваться, потому что это очень тяжело. Ну, вся эта ситуация, она давит на детей. Сегодня у нас идет второе мероприятие в рамках проекта «Подари мечту». Это дети из малообеспеченных семей города Макеевки. Тут есть аниматоры из организации «Кубик Рубик». Вот, они проведут с детьми очень интересную игру, поиграют, пообщаются. Мы, собственно, пытаемся сейчас проводить такие мероприятия, потому что все-таки война, и для детей как бы очень важна сейчас такая вот адаптация и такие вот развлечения. Это наш отважный пират. Легенда семи морей. Самый сильный, самый ловкий, самый веселый капитан среди земли. Это, конечно, все сказки, не верьте ему на слово, он у нас любит часто врать. А это наша морячка. Она любит путешествия и посетила очень много островов. Содействие в проведении детского мероприятия оказало руководство ресторана «Аркадия». На отведенной площадке для ребят провели увлекательные игры и конкурсы с аниматорами, после чего каждому ребенку предоставилась возможность проявить свои кулинарные таланты и принять участие в мастер-классе. Под руководством шеф-повара ресторана детям в подробностях показали, как легко сделать здоровый и вкусный бургер. Хочешь еще один? Организаторы мероприятия уверены, что даже простыми развлечениями и вниманием к детям можно творить чудеса. Но что гораздо важнее, это то, что во время таких развлекательных мероприятий дети раскрепощаются, и им гораздо легче завести дружбу со сверстниками, которая может остаться с ними на всю жизнь. Анна Триксель, Елена Чистякова, Новороссия ТВ.